Re, viss ēters ir te. Если латвийцы не едут в теплые края сами приходят в Латвию. В этот раз в виде песка и пыли из пустыни Сахара. Полевое облако из Африки во вторник достигло нашей страны, а дождь опустил его на землю. Подробнее об этом природном явлении расскажет Галина Сладовник. Одна из рижских стоянок. Почти на каждой машине следы от песчаных брызг и разводы. Да и сам присохший песок. Как будто все накануне катались по проселочным пыльным дорогам. Впрочем, грязь эта попала на машины не из-под колес, а сверху. Наблюдения говорят, что во вторник над Латвией в верхних слоях атмосферы находилось полевое облако, принесенное из пустыни Сахара. Если бы не осадки, то этого никто и не заметил бы. Дождь перенес эту пыль уже во влажном виде на землю. На мойке самообслуживания очередь из машин, на всех характерные песочные следы. Но опрошенные нами автомобилисты не заметили разницы между латвийской грязью и африканским песком. У меня была помыта машина, и я на ней не ездил. И когда надо было ехать, увидел коричневые следы от брызг. Я думал, что это что-то с дерева накапало. Мне пришло в голову, что это пыль из Сахары. Облака пыли из Сахары, которые поднимаются в верхние слои атмосферы, явление нередкое, говорят специалисты. Но не всегда они движутся в сторону Европы. В этом году сложилась ситуация, неблагоприятная для Европы. В начале февраля полевое облако достигло юга Германии и французских Альп, где снег от песка окрасился в оранжевый цвет. Сейчас второе облако дошло до Скандинавии, задело и балтийские страны. Первый и главный удар от африканского песка принимают на себя средиземноморские страны – Испания, Италия, Греция. Исследования определенные были, да, что там этот риск, ну, число людей, которые стационируются, число людей, которые умирают в этих днях, да, конечно, он немножко больше. То есть можно, ну, какая-то там корреляция есть. Больше пыли из Сахары, больше смертельность. Да. Поскольку до Латвии пыли долетают уже намного меньше, то для большинства людей и риска такого нет, говорят специалисты. Но все может поменяться из-за изменений климата. Часть Европы, которая на Среднеморье, у них тоже больше площадь земли, она превращается как, ну, как тоже в пустыню. Да, и то, что такие явления будут чаще и чаще, это, к сожалению, наверное, так и будет. Да. И тогда, конечно, это, возможно, будет проблема побольше. А вот смог, который наблюдался в Латвии в последние дни, не был связан с пылью Сахара, отмечают в Центре метеорологии. Он был вызван погодными условиями, когда частицы дыма и выхлопных газов не рассеивались. Сейчас ситуация нормализовалась. Галина Солодовник, Кришинис Лейтис, Латвийское телевидение.